Всем привет, друзья! С вами Денис Ким и добро пожаловать на канал Foodcore. Вы знаете, у меня недавно забавная ситуация случилась. Один мой хороший друг высказал мне претензию. И сказал он следующее. Блин, ты классные блюда готовишь. Я все твои рецепты смотрю. Но ты, блин, все готовишь из говядины. А у меня полный холодильник свинины, и с ней надо что-то сделать. Покажи рецепт, как ты готовишь свинину, и главное, чтобы этот рецепт был несложным. И вы знаете, сначала я такой подумал, блин, какая-то глупая претензия. А потом что-то призадумался, и действительно, у меня все рецепты, они все с говядиной. Кроме самого первого, там, где я готовлю суп тындян-тиги. Если не смотрели, ссылочка будет в описании. Поэтому, друзья, я сегодня покажу вам простой и быстрый способ приготовления свинины по-корейски. Мясо мы будем жарить, ингредиенты все простые, готовится все очень быстро, и самое главное, блюдо получается классным и с характерным корейским вкусом. Итак, нам понадобятся следующие ингредиенты. Свинина, в данном случае у меня шейка, где-то примерно 500 граммов. Один свежий огурец, лук репчатый, немного зеленого лука, болгарский перец, паста кочудян, соус чокочудян и несколько зубчиков чеснока. Итак, начинаем нарезать овощи. Я всегда начинаю с репчатого лука. В этот раз нарезаем его крупными кусочками. Сначала делим его пополам. Далее эти половины мы делим на три части. А потом их снова пополам. Ну и собственно все. Далее нарезаем болгарский перец. Его мы тоже режем крупно. Вообще мы сегодня все нарезаем крупными кусочками. Отрезаем сначала заднюю часть, затем переднюю. Аккуратно вытаскиваем семена. Далее нарезаем на такие крупные полоски. Ну а далее уже их нарезаем на крупные кусочки. Следующим нарезаем огурец. У огурца отрезаем кончики. Далее режем огурец пополам. Потом разрезаем его на 4 части. И уже эти части потом нарезаем на крупные кусочки. Ну а чеснок мы просто мелко измельчаем. Вы можете сделать так, как делаю это я, с помощью ножа. Либо вы можете использовать чеснокодавилку. Ну и наконец мясо. С ним все просто. Сначала разрезаем его на большие куски. А уже потом их делим на такие вот небольшие кубики. Далее нам надо приготовить соус-заправку. Нам нужно 2 столовые ложки пасты кочудян. Далее к пасте кладем 1 столовую ложку соуса чокочудян. Вообще, по сути дела, это та же паста кочудян, но только с добавлением уксуса. Поэтому, если у вас этого соуса нет, вы можете положить на 1 столовую ложку пасты кочудян больше, и уже потом к ней добавить 1 столовую ложку 9% обычного уксуса. Далее добавляем 1 столовую ложку соевого соуса, 1 чайную ложку сахара, 1 столовую ложку растительного масла, и все это хорошо перемешиваем до однородной массы. Следующий шаг, непосредственно приготовление. Итак, мы разогреваем сковороду. Добавляем немного растительного масла. И как только сковорода нагреется, выкладываем в нее мясо. Жарим сначала все на сильном огне. Не забываем регулярно помешивать. Как только наше мясо начнет подрумяниваться, это примерно спустя 5-7 минут, выкладываем к нему репчатый лук. Убавляем огонь до среднего и регулярно помешиваем. Лук обжариваем примерно минуты 2. И после этого добавляем сладкий перец. Перец тоже обжаривайте пару минут. Не забывайте регулярно помешивать.
И после этого мы добавляем нарезанный огурец и наш соус-заправку. Все хорошо перемешиваем и продолжаем жарить дальше. Огурцы дадут немного воды. По сути, теперь нам всю эту массу надо немножко потушить. Как только видите, что воды становится меньше, немного посолите парой небольших щепоток соли. Далее добавьте измельченный чеснок и мелко нарезанный зеленый лук. После этого жарим это все еще минуты две и выключаем огонь. Итак, наше мясо готово. Подавайте его к столу горячим, обязательно с рисом и другими корейскими панчанами. Приятного вам аппетита! Друзья, это был очень простой способ приготовления свинины по-корейски. Сразу хочу сказать, для этого блюда подойдет абсолютно любое мясо. Неважно, свинина у вас, говядина, либо курица, результат будет все равно очень вкусным. Также хочу предупредить вас, что это блюдо достаточно островатое, поэтому его есть нужно обязательно с рисом. Есть два способа, как кушать это блюдо. Первый способ – вы едите мясо и овощи, и рисом потом как бы закусываете. Второй способ заключается в том, что вы просто добавляете рис к блюду, все это хорошенько перемешиваете и едите все вместе. Прям как какой-нибудь бибимбап. В общем, выбирайте, каким вы способом будете кушать. Здесь на самом деле не принципиальная разница, но я всегда выбираю второй вариант. Друзья, я надеюсь, вам понравился этот рецепт и вы будете готовить это блюдо регулярно. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, нажимать в колокольчик, а также обязательно напишите в комментариях свои впечатления от этого блюда. Также, если вы не смотрели мои предыдущие рецепты, обязательно посмотрите их. Уверен, вы откроете для себя очень много вкусных и интересных блюд. Ну а на сегодня все. Спасибо, что смотрели. С вами был Денис Ким и до новых встреч!